Знаки зодиака, которые родились изменить мир. Желание изменить мир – задача трудная, но вполне достижимая. Особенно если вы один из этих трех знаков зодиака, которым на роду написано быть двигателями прогресса. Когда вы думаете обо всем, что происходит сегодня в мире. Конфликты между странами, экологические проблемы, и даже ненависть между соседями. Изменения кажутся невозможными. Вы наверняка слышали это выражение неоднократно, но изменения начинаются с вас. Потому что время перемен – сейчас. И нам определенно нужно знать, кто будет лидером. Овен. У этого знака есть определенный драйв. И он умеет заводить и мотивировать людей. Как он это делает? Просто Овен движется к своей цели через что угодно. И независимо от того, как его ломает и бьет жизнь. Он ни за что не откажется от своих планов, какие бы стрессы и трудности ни встречались на его пути. Если вы Овен, то вы не только можете рассчитывать на изменение мира в один прекрасный день, но вы также должны быть готовы стать лидером для остальных. Некоторые люди могут думать о вас как о жестком и самовлюбленном человеке, потому что вы ненавидите иметь дело со слабовольными и бесхарактерными личностями. На самом же деле вы просто знаете, как различать ситуации, которые действительно важны, а которые второстепенны. У вас есть отличная способность сконцентрироваться на своих целях и планах, и упрямо доводить их до конца. Дева. Истинная дева всегда максимально задействует свой интеллект, чтобы тщательным образом проанализировать проблемы и ситуации, пока она не найдет самый правильный выход. Вы не из тех, кто все решает на ходу. Или болтает, не думая. Поэтому, когда у вас есть желание менять мир вокруг вас, вы точно знаете, какую роль вам придется играть в этом процессе. Вы долго обдумывали ход перемен, и у вас есть своя, давно разработанная стратегия успеха. Независимо от того, куда направлены ваши усилия. На помощь окружающей среде, людям или технологиям. Масштаб изменений должен быть грандиозным. С вашими умениями и желанием помогать другим, вы хотите, чтобы процесс шел не быстро, но основательно. И вы намерены всегда быть на передней линии фронта, с целью наблюдения за тем, как это происходит. Водолей. Неуемное стремление к инновациям и прогрессу делает Водолея одним из самых важных людей, которые могут изменить мир. Вы всегда стремитесь к изменениям в своей собственной жизни, и восхищаетесь выдающимися личностями, которые постоянно меняются. Но вот деятельность по изменению мира все же немного отличается. Вы знаете, что это огромный подвиг, и вы готовы без страха смотреть в глаза проблемам и трудностям. В этом вам однозначно помогут ваш уникальный взгляд на жизнь, и способность видеть вещи под разным углом. Вы хотите, чтобы любое изменение, в котором вы участвуете, повлияло не только на ограниченное количество людей и объектов, а приняло поистине массовый, глобальный характер. И ради этого вы готовы прилагать неимоверное количество своих усилий и времени. Спасибо за просмотр!